Ассоциация любительского и профессионального муатэ Узбекистана функционирует с 1995 года и является членом Центра развития восточных единоборств и боевых искусств Республики Узбекистан. В Узбекистане функционирует 11 отделений ассоциации. Около 5000 спортсменов регулярно занимаются муатай. Бойцы Узбекистана считаются сильнейшими в мире. Тренерским составом ассоциации подготовлены 31 чемпион мира, 11 чемпионов Азии, 7 чемпионов азиатских игр, 7 чемпионов всемирных игр. Только на чемпионатах мира и Азии нашими бойцами завоевано 163 медали разного достоинства. В республике проведен ряд крупных международных соревнований. Ассоциация проводит целенаправленную работу популяризации муай-тай в нашей стране. У каждого бойца формируются такие качества, как мужество, стойкость, воля к победе, к стремлению к победе и особенно внутренняя сила, внутренняя сдержанность, мужество. Это большие качества каждого хорошего спортсмена. Высочайшей оценкой развития этого вида единоборств стало решение, принятое в декабре 2010 года в Таиланде исполнительным комитетом Международной ассоциации муатай, Всемирным конгрессом, из 16 стран-претендентов отдать право проведения чемпионата мира 2011 Узбекистану. Значимость данного решения ИФМИ сложно переоценить. Впервые с 20 по 27 сентября 2011 года при всемирной поддержке Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Центра развития восточных единоборств и боевых искусств в Ташкенте в спорткомплексе Узбекистан состоялся чемпионат мира по муатай. В этом спортивном форуме приняли участие более 800 спортсменов из 70 стран мира. Были созданы большие условия для каждого гостей. То есть они хоть спортсмены, хоть вип-гости, хоть члены федерации, также тренера или судьи, для них, для каждого были разработаны отдельные программы, были созданы отдельные условия. Мы впервые в Узбекистане. Нам все очень нравится, особенно гостеприимство вашего народа. А также фрукты и чудесный плов. Сборная Швеции приехала в составе 23 человек, и мы надеемся на успешное выступление. Я впервые участвую на чемпионате мира. Мне приятно, что для гостей организаторы создали прекрасные условия. Здесь я познакомилась со спортсменами из других стран. Узбекских муайтайцев на международной арене является результатом огромного внимания, уделяемого вашей стране развитию спорта. Международному спортивному сообществу хорошо известен богатый опыт Узбекистана по проведению крупных спортивных мероприятий. Организацией чемпионата мира Узбекистан превзошел все ожидания. Ташкент показал высший уровень организации, благодаря чему лучшие мастера мира смогли проявить на узбекском ринге все свое мастерство. И мне приятно поздравить сборную Узбекистана, которая стала лучшей на этом чемпионате. На глазах у тысяч соотечественников бойцы Узбекистана завоевали для своей страны 31 награду. Они стали обладателями 14 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей и доказали свое право называться сильнейшей командой планеты. Главной задачей для нашей ассоциации было доказать то, что Узбекистан готов проводить данные мероприятия на высоком уровне. Я хотел бы отметить наших, особенно молодежную команду, которые они завоевали 13 медалей, из них 6 золота. Я горжусь своими спортсменами и нашими тайбоксерами, которые себе показали очень хорошую. Бу мусабака жуда катта таасирот билдирди, айниқса ёшларга жуда катта ўрнак бўлди, қизиқиш пайдо бўлди ёшларга. Kelajakdagi niyatlarim bu O'zbekiston bayrog'ini yanada ko'tarib, har doim oltin medallar bilan O'zbekistonga qaytish va uni munosib himoya qilish, chempionligimizni saqlab qolish.